Ей, всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, ОЛТВ, Сканёк, крутой форум, Дэн, Фуфло, Кирилл Геймер, Миньон крутой, пацаны, поздравайтесь. Всем привет, приветусики. Всем здорово, йоу. Ребята, сегодня у нас в распоряжении гигантская карта. Я буду убегать на разных машинах, а пацаны будут меня пытаться поймать. Если пять курсе, приятного аппетита. А мы начинаем. Ну что, вы все говно. Пошли отсюда, щенки, я вас не боюсь. Ловите его, он хлеб украл. Я так раз на москвиче, ребята сказали, что смогут меня догнать. Ну давайте проверим, сколько понадобится им времени для того, чтобы меня поймать. Ребята, он живой. Вы не можете, как я, потому что я водитель от бога. Не слышу, как они там врезаются. Это случайно. Что? Щенок, блин. Тихо, тихо. Ну это понятно, что машина у меня говно, поэтому у них сейчас может все получиться. Конечно. Но, возможно, и нет. К толбу его, к толбу. Ой-ой-ой, хорош, хорош. Во, молодец, спасибо, что... Во, спасибо тебе, дружище. Реально, что вы сделали? Ребята, я псих. Я вам повышу. 70 километров на москвиче. Давай, давай, потрынди вообще еще там. У нас тоже 70. Даже 80. 90. Блин, вот такой гонял. На двух колесах. Видели, что я чудил? Нам подаем. А, да? Соточка. Да, ты кот. Вроде по улочкам, как Need for Speed погоняем. Давай, держи. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Нет! Вот это я его присаду! Все, один. А что тревень? Один, два, три, четыре, пять. Все, поймали, всё. Хорош. Все, пацаны, молодцы, молодцы. Блин. Слышь, а вы хорошо играете, когда в команде. Я думал, что вы меня не поймаете. Так, давайте тогда чуть-чуть быстрее, да, что-то? Или да, помощнее, давайте. Что вы хотите? Помощнее. Хорошо, давайте тогда следующий раунд я буду на микроавтобусе. О, давай. Так, сейчас я его тоже покрашу, чтобы я сильно выделялся. И вы меня лучше видели. Так, давайте только я отъеду чуть-чуть. Три, два, один. Поехали. Лови. А он затормозил. Как я его, Саш? Расстрелять. Потеряли союзника. Отлично, отлично, ребята. Я вырываюсь. Я его ловлю. Ой, лови, ой, покажи. Окей, да? Раскидываю, как щенков просто. Какой-то грузовик. Ни о чем. Иди, суслик. Вот и меня заблудили. Все, мы его потеряли. Сейчас, когда они меня поймают, они смогут уже машины брать с пистолетами, с автоматами на крыше. Ты куда не едешь, Дэн? Медленно на встречку едет. Отлично, ребята, смотрите, как я оторвался далеко. Это означает, что у меня очень высокий левел убегальщика. Я не знаю, как правильно, убегать угонщика машин, во. А вон он. Блин. Блинка меня тут. Как я вас, а? Просто перед вами выехал, по красоте, вы даже не успели среагировать. Ну, понятно, что опыт, это же такое дело. 7 человек при этом не ловит, чтобы вы понимали. 7. Мы подаемся. Против одного. Ну сейчас опять же скидятся и будут походить. У меня бензин кончился. Что? Ну все. Нет, 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 нет. У меня бензин... Нет, блин, я же забыл, что тут бензин добавили. Где он? 5, 4, 3, 2, 1. Все, я проиграл. Все, изи. Блин, а как же... А как же мне с бензином играть? Ладно, ну это по-честному, да, зато? По-честному все. А мне, значит, бак галим. Надо, значит, ребята, выбирать теперь машину не только быструю, а еще и которой большой бак. Вот он за ней шкерится. Вот он. Да блин, я имел в виду не такую машину, где в ракетнице, а где пулемет на крыше, вы что, гоните? А я думаю, что это вы какие-то машины стрёмные взяли. Понятно. Я какой-то танк увидел. У Димы вид красивый. О, это за бронемашина. Ты дурак, да что вы взяли машины мощные? Вы чего? Да как я буду играть так с вами? У меня броневик будет восьмиколесный, вы увидите, я такой большеватый. Главное, что все делать по красоте. Отлично. Вот он. О, я загорелся. Я его подпалил. А где он? Недалеко от вас там, где мы встали. Красиво. Я зачистил улицу. Вот он. Блин, я горю.
Я горю, блин! Да вы, блин, в чем прикол, ты поджег мне двигатель, я не мог двигаться. Так, это предыдущий мой танк горит здесь. Ау, сзади, там? Подожди, Фрэнка. Вообще нечаянно. Ну что, давайте, 3, 2, 1, погнали. Он на мосту. Мне даже интересно, откуда сейчас прилетит. Я жму на всю. 50 километров едет. Ну, в принципе, для такой техники это немало. Фрэнка, ты вообще мочишь, что ли? Проехал на правую сторону. Ай! Ужалил тебя, да, немножечко? За жопу, спасибо тебе. Давай, вот он. Почти. Ну, ну спасибо. Извини. Блин, хватит, красиво. Кто меня подорвал? А с чего ты стрелял? Чего такой выстрел так много было выстрела? Ой, я есть стол. Ты так много шума издаешь. А с чего ты стреляешь? А кто нас убил? Ты чё своих мочишь, Алёшна? Да я перепутал, бля. Да ты нормально, X-ray? Так нельзя перепутывать своих. Ну, X-ray, я просто наугад стрелял. Так, теперь беру вот такую вот машинку. 10А. Только дайте мне уехать. Давай. Вот, подкалиберный у меня есть. Ребята, второго горя на каком-то Жигуле. Развалились с пулеметом. Ну что, 3, 2, 1, поехали. Фу, где он? Езжай, пока ты не сдох. Езжай! Дима, уезжай! Короче, не, о, у меня двигатель где-то горит! У тебя 2 хп, чувак. Я в машине там стою, помогите. Ну я видел. Ну пока, Дима. Это что? Пацаны, вот там взял. Т-90М взял. Чего? Это кто ты его стал? Вы что, гоните? Да с чего изи ты стреляешь? Изи. А с чего изи ты убил у меня? Это LFC и самая первая там вкладка. Ну все, сейчас, ребята, это у нас были тренировочные раунды. Теперь я настроен серьезно. Вот теперь, значит, вот теперь, пацаны, шутки прочь. Ага. Я думаю, что пора брать что-то помощнее. Давай. Давай, давай, дай, даю. 3, 2, 1, все, начали. Тебе он захочется сейчас будет. Какой-то танк взял, да? Какой-то да танк, да, взял. Хорошо. Абрамс. Ты ну, есть, есть. Поехали на скелете. Вон он сзади, чуть-чуть, сзади, сзади. Проедьте, вон он вдали там. Обстрел. Где он? Сзади чуть-чуть. Да, чуть-чуть сзади. Чё, умные? Дед, меня твои же убивают. Одного, одного снял. Вот это тьма просто. Дэн Нобик, Дэн Нобик. Второго снял. Где он? Зачищено успешно. Он возле моста, это вправо проехал. Не попал. Прощай, щенок. Пробил, пробил. Ай. Ой. Ой, блин, из танка вылез, Додик. Ты чё? Давай. УТБ со всех сторон. Пошли, пошли. Вали, вали, вали. Моя очередь. Давай, давай. Тихо. Ну ты смотришь. Ой. Блин, это было прикольно. Блин, какие моменты напряжены. Вы меня выбиваете двигатель, но раньше не было таких багов. Раньше можно было и воевать сколько угодно, сейчас двигатель разбили, и все, я не могу двигаться, это вот меня напрягает. Хорошо, давайте еще раз, согласны? Да. Блин, мне нравится, давай, твоя очередь, я уже выезжал. Давайте, я готов, щенки. Блин. Пытаюсь набить парочку инвалидов каких-то. Опять первый инвалид есть. Где он? Это была быстрая смерть, кстати. Мужики, мы должны отомстить. Да, давай, я жду, где твоя мстя? О, да, окей, это где? Выезжай, я еду. Да, давай, нет, я жду тебя. Ты засал. Я засал? Да. Это ты зря. Опа, да? Ой, я не еду. Но не засал. Вот он. О, тут гамплин. Это была твоя ошибка. Блин, я ему нормально нанес. Нанес нормальный урон, не спорю, урон есть. Хорош, у меня даже немножко на бок стал танк смотреть. Ты меня как будто гусеницу подбил. Что за вартандер? Нормально, смотрите, как четко воюет.
Этим надо осторожно. Боже, ты задрался своей машиной. У тебя двигатель горит, блин. Я хорошо попал, значит, по тебе. Да, хорошо. Так, хорошо, лечу на другую часть карты. Все, самый последний левел. Самый сложный, пацаны, будет. Будет сейчас. Давай. Вы готовы? Да. Ну все. Я надеюсь, вам понравится. Сейчас, ребята, я прям улечу очень далеко. И буду прям поодиночке их вылавливать. Я даже знаю тактику. Блин, они уже тут ездят. Так куда же от вас уехать? Вы задрали, блин. Ну везде. Заполонили всю карту. Во, вот-вот-вот. Местность, где они меня не найдут. Все, берем этот же танк. Это самый везучий танк для меня. Я понял, где он примерно. Все, давайте, начали. Едем на упойте, главное поодиночке не едем. Так, теперь я должен очень внимательно играть. И со мной. А ты где? А вы где? Недалеко от меня. Он слева с части пляжа. Где-то тут. Сейчас поеду. Блин, я сейчас должен быть. А вот он, вот он. Реально. Есть. Там. Я знаю, где он. Щелкнул одного. Блин, да ты задрал! Боже, как он подкрался незаметно. Да ты не понимаешь, что так некрасиво делать. Давай. Кидай. В танке буду сидеть. Ой, красиво полетело. Бежим. Вот она. Опять? А нет! Ух ты! О, я живой, я выжил. Это эпично. Если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш Дискорд. Ну а всем отличного настроения и всем пока. Еще один взрыв, пацаны. Всем пока. Ой.